Всем огромный привет! Сегодня хочу показать вам эксклюзив. Вот такой вот набор японских бамбуковых спиц, чулочных. Супер-супер чехле в органайзере. Значит, это у нас японские спицы Сикнит. Бывают в двух видах обработки. Я в данном случае показываю вам обработку кашицу. Вот они, какие замечательные спицы. Они более темные. В общем, есть два варианта обработки. Кашицу и широтаки. Но в данном случае у нас кашицу. Вот, собственно, название, видите, у них. Размеры, которые здесь находятся. И сейчас покажу вам их поближе. Спицы сами по себе очень классные. У нас есть очень много разных вариантов. Круговых, правда, спиц. И вот первый раз у нас появился вот такой вот шикарный набор, но уже с чулочными спицами. Ну, на первый взгляд, может быть, кажется, что это зубочистки. На самом деле нет. Они очень, во-первых, благородные по цвету. Во-вторых, они очень-очень крепкие. Вот, на самом деле, даже, наверное, с камеры видно, что это не просто какой-то пустотелый бамбук, который там вот-вот сломается. Нет, они прям очень-очень прочные. Я вам сейчас покажу даже вот на примере 2 миллиметров. Смотрите, какие тоненькие прям палочки. Вот, они прям очень прочные. То есть вы когда держите их в руках, есть ощущение, что ну, держите что-то такое в руках, а не просто там какая-то пыль, которую вы там один раз как-то неправильно нажмете, и они сломаются. Но, конечно, бамбуковые спицы, как и деревянные, любые могут сломаться. К сожалению, это так, потому что ну, все-таки дерево, оно в любом случае может сломаться, если ими неаккуратно пользоваться. Если вы знаете, что в ваших руках дерево, им нужно пользоваться там более чуть-чуть менее там нажимать, то все будет в порядке. Вот это была двоечка. Покрытие сам сразу могу сказать, что очень-очень приятные. Они очень гладкие. Просто это, наверное, даже более гладкие, чем Джинджер там или Симфония Укнит Про. Прям просто гладкие. Здесь есть на каждой спице гравировка. Вот она. То есть она не сотрется. Это не написанные буквы и цифры, а это именно вот гравировка, которая сделано на бамбуке. Очень ювелирно, аккуратно. Видно сразу и номер, и название, и даже, наверное, вариант обработки. Видите, вот написано КА, то есть кашицу. Остренькие, ну, относительно остренькие. Вот. Если сравнивать с бамбуком, с деревянными джинджер, то, наверное, все-таки сикниты более острые. Ну да, более острые. Хотя вот так по кончику так и не скажешь. Вот, это у нас самый маленький размер, я его показала. И покажу вам сейчас самый большой размер. Большой размер здесь у нас самый большой, это 5 миллиметров. Вот оно у меня как раз в руках. Вот, ну и здесь прям они наглядно прослеживаются, что это за спицы. Покажу прям поближе. Покручу. Конечно, все в них идеально. И цвет, и покрытие. И гравировка, и кончик. Вот поэтому, если любите вязать чулочными спицами, то это отличный вариант. Проговорю сейчас размеры, которые здесь есть. Здесь у нас 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 и 5. Такая вот компоновка. Длина спиц 15 сантиметров. И здесь, конечно, шикарный чехол. Такой вот органайзер, он компактный. У него очень классный цвет, приятный вот такой на ощупь. И вот такой вот у него здесь принцип застежек. Вот. Набор можно найти у нас на сайте. Оставляю вам ссылочку в описании. Всем приятного творчества. Пока!